Всем привет, вы на канале Залипай. Сегодня я продолжу серию персонажей о Еже Соннике. И главным героем сегодня станет лисенок по имени Тейлз. Он также, как и Соник, является персонажем видеоигр, мультфильмов, комиксов, а с недавних пор стал героем фильма. Тейлз представляет собой молодого лисенка, который родился с генетическим отклонением. А именно, у него два хвоста. Из-за этого на своей планете его всячески унижали, и чувствовал он себя одиноким и неуверенным в себе. Когда Тейлз впервые встретил Соника, он так впечатлился его способностям, что стал везде за ним следовать и мечтать стать таким, как он. Благодаря долгим тренировкам и своим двум хвостам, Тейлз научился бегать практически так же быстро, как и Наклз, уступая в скорости лишь Сонику. Впоследствии Тейлз и Соник становятся лучшими друзьями. Он всегда хотел угодить Сонику, всячески показывая свои способности. Тейлз обладает целым списком необычных навыков. Помимо двух хвостов, с помощью которых он умеет летать, используя их как пропеллер, еще научился делать шаровые атаки так же, как Соник. Со временем Тейлз стал более собранным и ответственным, в отличие от своего друга Соника. Собственно говоря, он является гениальным лисенком. Тейлз очень хорошо разбирается в сложных механизмах и при необходимости занимается физическими и биологическими науками. Особенно ему близко машиностроение. И на основе многочисленных роботов доктора Эггмана он освоил робототехнику. Тейлз, как летающий член команды, обучается специальной атаке, посредством которой может электрически заряжать Соника и Наклза, равно как использовать ее против врагов. Он также хорошо умеет плавать, способность которой так недостает Сонику. Тейлз является одним из немногих персонажей, который пользуется огнестрельным оружием. Кроме того, лисенок является очень важным персонажем в мире ежа Соника. Без его поддержки Соник потерпел бы много поражений. Совсем недавно на экраны вышла вторая часть фильма о еже Сонике, где наш герой прилетает на Землю, чтобы помочь Сонику. Они вместе противостоят доктору Роботнику и Наклзу, который сначала был на стороне доктора. Но в процессе все меняется. Соник и Наклз мирятся, и после многочисленных испытаний вместе побеждают доктора Роботника и возвращаются к нормальной жизни. Кто впервые знакомится с лисенком Тейлзом, этот ролик поможет лучше узнать вам о характерных чертах и способностях персонажа. Я желаю вам приятного просмотра. Заходите на канал, подписывайтесь, и как всегда увидимся в следующем ролике. Is insane. Why you still live in vain? I'm not the one. You're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights. Under the street lights.
untold stories they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This madness is insane. Why are you still living vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. Overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty.